друзья, ну что ж, на этом юбилейный выпуск программы «Песни года» подходит к концу. Как бы не грустно нам было с вами прощаться, расставания всегда сулят нам новые встречи. Ну а встреча с новой «Песней года» — это всегда хорошая музыка и любимые артисты. И несмотря на то, что все вокруг меняется, неизменным остается одно. Каждый год, в течение 40 лет, я думаю, еще дальше, мы встречаем Новый год вместе с нашей передачей. И мы очень надеемся, что эта замечательная традиция будет продолжаться из поколения в поколение. Пусть проходят годы, но из года в год лучшие исполнители будут дарить свои песни уже вашим детям, вашим внукам. И так будет продолжаться долго. Возможно, эти люди будут уже совсем другими. Но нас с вами будет объединять одно, и это другое поколение. Любовь к хорошей музыке. Мы прощаемся с вами. Прощаемся и желаем вам радости, любви и много хороших и добрых песен. До свидания, «Песня года 2011». Здравствуй, «Песня года 2012». Песня, верный друг, твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, стороне любой песни ты не скажешь «до свидания». Песня не прощается с тобой. Дорогие друзья, «Песня года» сам по себе праздник. Но в этом году у праздника юбилей, 40 лет «Песни года». И уже 40 лет, первый день каждого года, входят новые песни, входит особая атмосфера, которая свойственна только «Песне года», входит в каждый дом, в каждую квартиру, в каждую семью. Какие бы ни появлялись новые проекты, в которых звучат песни, ни один из них так и не смог заменить ту особенную атмосферу, которая царит на «Песне года». Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы еще 40 лет, ну, как минимум, «Песня года» процветала. Чтобы, как у Колмановского и Иваншенкина, все опять повторится сначала. Чтобы наши дети, наши внуки в первый день каждого года садились за стол. Желательно с бабушками, с дедушками, с родителями. И слушали замечательные песни, которые рождает наша страна. И радовались наступлению каждого Нового года. Мира, тепла, благополучия и любви. С Новым годом! Песня не прощается с тобой.